Женский отбор на соревнования пройдет в Сочи 18-21 октября. В нем примут участие команды Анны Сидоровой и Виктории Моисеевой. Мужской отбор состоится также в Сочи 2-4 ноября между командами Андрея Дроздова и Артура Али. Чемпионат Европы среди мужских и женских команд пройдет в датском Эсберге с 20 по 28 ноября. Также стало известно, что исполком Федерации кёрлинга России принял решение о совмещении отборов на чемпионаты Европы и мира. Ранее мужская и женская сборные России были представлены двумя составами, которые в очном противостоянии определяли, кто поедет на чемпионат Европы, а затем чемпионат мира. Теперь отбор на чемпионат мира отменен. На этот турнир поедут те команды, которые выиграют отбор на чемпионат Европы.